бьем, пятку тут же не уходит. Какая свободники, попробуй выйдем, приводил сразу. Смотри, чтобы он тебя в гард не закрутил. Все нормально. Он тебя хочет задушить. You're the safest option. Смотри за своей правой рукой еще. Он потом будет атаковать правую руку. Не давай ему закрыть треугольник. Никита, если есть силы, то таким же способом все. Тоже подними, он испугается, он слезет. Колено между ног, колено между ног. Хорошо, колено между ног. Really?